Приветствую, меня зовут Ольга Барабанова, и в этом видео я с удовольствием расскажу тебе, как зарабатывать хорошие деньги в сотрудничестве с мощным стратегическим партнером, это международная компания Арикс. Для кого это видео? Это видео для тех людей, которые сейчас обратили внимание на интернет-бизнес. Это видео для тех людей, которые сейчас рассматривают для себя новый источник дохода. Возможно, вы сейчас находитесь в поиске основного источника дохода. Кто-то сейчас присматривает дополнительный источник дохода, понимая, что в мире сейчас происходят грандиозные глобальные перемены, это уже невозможно не заметить. И сейчас все больше людей присматриваются к новым источникам дохода для того, чтобы перестать зависеть от одной работы, для того, чтобы вообще перестать зависеть от работодателя, а самому распоряжаться своим временем, самому распоряжаться своими финансами, самому устанавливать уровень дохода, который зарабатывать, сколько времени уделять работе и так далее. То есть, если вы сейчас находитесь в поиске нового источника дохода, тем более, если вам интересно достижение финансовой свободы в ближайшие годы, то это видео для вас. При этом не обязательно иметь опыт в бизнесе, в сетевом бизнесе, в интернет-бизнесе, но при этом хорошо бы уже иметь четко принятое решение, что вы действительно хотите найти серьезный источник дохода. Второе, это было бы хорошо принять решение, что вы готовы обучаться, потому что если вы хотите зарабатывать в новом направлении, соответственно, нужно обрести новые знания. И третье, это жгучее желание, это быть голодным, потому что есть люди, которые понимают, что подходит время к переменам, что они хотят зарабатывать больше, но вот не наступило вот это чувство голода, когда ты сидишь за столом, вот представьте, вы сидите за столом, но вы не голодны, и какие бы шикарные блюда перед вами ни стояли, будет такое ощущение, ну, я попробую. Вот с таким подходом наш бизнес не делается. Поэтому, если вы голодны, если вы действительно рассматриваете новый источник дохода, и вам деньги очень нужны, если вы готовы обучаться, то та информация, которой я сейчас с вами поделюсь, она действительно будет ценностью на миллион. И это не преувеличение. Итак, приступим. Вкратце обо мне. Около 11 лет назад я посмотрела впервые в сторону интернет-бизнеса. Меня очень вдохновила возможность развития через интернет. Меня вдохновила возможность, при том, что я родом из небольшого города, я жила в то время в большом городе, мне нужно было как-то оплачивать квартиру, у меня абсолютно не было денег, и я не готова была работать за минимальную зарплату. Если вы находитесь в похожей ситуации, если вас достал тот уровень дохода, на котором вы сейчас находитесь, если вы устали работать от зарплаты до зарплаты, если вы хотите действительно зарабатывать больше, поставьте плюсик в комментариях, и я пойму, что мы с вами единомышленники. И тогда я нашла для себя возможность интернет-бизнеса. Я обучилась этому направлению и научилась зарабатывать сотни долларов, потом тысячи долларов, потом тысячи долларов не только в месяц, а и дневные доходы. И что самое интересное, конечно же, я реализовала множество своих мечт, целей, я начала путешествовать по несколько раз в году. Но к чему это я рассказываю? Это к тому, что каждый человек, как я уже сказала, без опыта, без знаний, ну, со жгучим желанием развиваться, обучаться в новом направлении, может реализоваться здесь, в интернет-бизнесе, в серьезном интернет-бизнесе. И тому подтверждение, что со временем у меня начала формироваться бизнес-команда, уже потом целое бизнес-сообщество, международное бизнес-сообщество, людей, которые, действуя по пошаговой системе, так же, как и я, мы начали вместе развиваться, мы начали вместе путешествовать, начали вместе зарабатывать сотни долларов, тысячи долларов. И на сегодняшний момент к выбору данного направления, о котором я вам сейчас рассказываю, это направление Арикс, я вместе с мужем, мы подошли очень серьезно. Мы уделили более 5,5 месяцев ежедневного анализа бизнес-рынка, различных бизнес-направлений в мире, которые мы рассматривали со всех сторон для того, чтобы найти действительно мощного стратегического партнера на долгие годы. Действительно, чтобы можно было, приложив усилия, во-первых, начать зарабатывать сразу хорошие деньги, и по нашим первым результатам уже в первые недели мы заработали первые 300 долларов, потом 600 долларов. То есть мы увидели, что в начале
здесь заложены очень хорошие деньги. Мы оценивали руководство, мы оценивали множество ниш, которые на сегодняшний момент существуют, в которых можно развиваться и зарабатывать. Мы особое внимание уделяли продукту, с которым мы будем работать, чтобы он был действительно полезным, чтобы мы сами захотели им пользоваться, потому что лично я не приемлю такого отношения, чтобы продавать, чтобы продать. Я не люблю вообще продавать. Я с удовольствием люблю рекомендовать то, что мне самой нравится, то, что мне полезно. И, соответственно, мы искали такое направление, в котором мы бы сами стали довольными клиентами и, соответственно, могли бы выстроить товаропроводящую сеть. Конечно же, мы рассматривали бизнес с точки зрения легальности, с точки зрения надежности. Я сразу хочу обратить внимание, что любой бизнес – это риск. Нельзя говорить, что где-то есть 100% гарантия. Вообще в мире не существует 100% гарантии нигде. Но есть высокорисковые бизнесы, есть менее рисковые. Вот мы искали с наименьшими рисками, чтобы было максимально надежно и 100% легально. Конечно же, мы смотрели, как я уже сказала, на высокодоходность, чтобы действительно можно было зарабатывать деньги, хорошие деньги уже в начале. Мы понимаем, что как для нас, так и для большого количества людей этот вопрос актуален. И что очень важно, действительно для меня важно, прийти к пассивному источнику дохода. То есть, когда ты работу выполняешь один раз, а со временем тебе один раз проделанная работа начинает приносить пассивный доход. Вот если тебе интересно создать источник пассивного дохода, то это видео также для тебя, потому что мы на это обратили также особое внимание при выборе этого направления. И, конечно же, мы искали возможность развития бизнеса именно через интернет. Потому что на сегодняшний момент очень важно, чтобы бизнес не был ограничен какой-то отдельной территорией, какой-то одной страной, чтобы его можно было как вести, так и развивать из любой точки планеты. Итак, вкратце, какие же возможности открываются для каждого человека в сотрудничестве с компанией Arix? В первую очередь я хочу сказать, что компания Arix – это компания-производитель. Это компания, которая производит премиум-продукцию для красоты, для здоровья. А сейчас огромное количество людей по всему миру задумались, осознали, что о своем здоровье проще заботиться, чем потом его восстанавливать. Поэтому продукция компании Arix пользуется сейчас огромным спросом по всему миру, и вы также можете стать довольным клиентом продукции для поддержания здоровья, для укрепления иммунитета, для коррекции фигуры. Если вы ведете здоровый образ жизни и вы вегетарианец либо веган, то здесь есть продукция абсолютно без животных компонентов. Это и протеин, это и другие коктейли. Это одно из, какую ценность несет компания. Второе – это обучение. Обучение у лучших гуру индустрии. Непосредственно нашим наставником является человек, мультимиллионер, но что очень важно, это человек, который воспитал миллионеров. На сегодняшний момент Team Sales является нашим наставником. Я работаю с этим человеком напрямую, мне очень повезло, я очень благодарна за это. И это человек, который в команде, в бизнес-команде которого находится 57 долларовых миллионеров. Это человек, в команде которого более 5000, а точнее 5401 человек зарабатывает более 250 тысяч долларов в год. Представьте, какие это деньги, какое это огромное количество людей, при том, что еще огромнейшее количество зарабатывают немножко меньшие суммы. Это тренер действительно мирового класса. Он был консультантом более 200 крупных компаний прямых продаж, то есть это человек с богатейшим бизнес-опытом, как сам зарабатывающий хорошие деньги, так и умеющий обучать других людей в этом направлении. И у вас также есть такая возможность обучаться у него. Следующее. Если вы мечтаете путешествовать, либо вы любите путешествовать, около 10 лет назад я думала, что я люблю путешествовать. Мне это очень нравилось, но в тот момент, когда у меня одна девочка спросила, а в каких странах ты была, тогда я поняла, что я только мечтала начать путешествовать, я еще нигде тогда не была. Но благодаря как раз интернет-бизнесу, сетевому бизнесу,
Я побывала уже в более 14 странах, как я уже сказала, мы это делаем вместе с бизнес-командой, вместе с семьей. В одном из путешествий мы с мужем даже поженились на вершине грузинских гор. Так вот, в компании Arix у вас есть возможность выгодно путешествовать со скидками до 75%. Конечно же, здесь вы получаете возможность высокодоходного бизнеса. То есть бизнес, который приносит очень хорошие деньги как на старте, так здесь у вас есть возможность получать и растущий доход, который со временем перерастает в пассивный доход. Все мы с вами знаем, что деньги нужно не только зарабатывать, а их не только тратить, а еще и заработай, сохрани и приумножь. В компании Arix это очень отлично реализовано. Компания предоставила возможность, когда вы зарабатываете от $250 в неделю, компания отчисляет 15% от вашего дохода на ваш накопительный счет. Эти деньги там копятся, и когда накапливается сумма $10,000, они вам выплачиваются. То есть вам не нужно откладывать вот этот сложный момент отчисления, когда ты только начинаешь зарабатывать, и тебе нужно отложить в конверт или на депозит небольшую сумму денег, чтобы выработать вот эту привычку накопления. Компания здесь дополнительно доплачивает вам 15% к вашему чеку, который копится на вашем накопительном счету. Если вам это нравится, напишите, пожалуйста, в комментариях циферку 15, и я пойму, что вы уже смотрите не только в направлении заработка, а и в направлении накопления и приумножения своих финансов. Это говорит о финансовой подкованности, о финансовой грамотности. И еще направление компании Arix – это возможность приобретать продукцию ювелирную со скидками также до 80%. Кроме того, когда вы начинаете зарабатывать хорошие деньги, компания вам предоставляет услугу консультирования, сопровождения в инвестициях в реальные секторы бизнеса. Вот это вкратце, в каких направлениях вы можете получить пользу для себя в сотрудничестве с компанией Arix. Если вы видите, что вам это интересно, то напишите, пожалуйста, плюсик сейчас в комментариях. Идем дальше. Как же можно начать зарабатывать в компании Arix? В целом, в мире существуют две модели продвижения товаров и услуг. Это линейная и сетевая. Вот давайте посмотрим на линейную систему. Есть производитель, есть компания, которая занимается оптовыми продажами, покупкой, продажей, да, это опт, крупный опт. Есть средний опт, который приобретает продукцию уже у оптовиков. Мелкий опт, розница и конечный потребитель. При этом на каждом из этих этапов есть определенные расходы, затраты, что влияет на стоимость товара. То есть от производителя бутылочка воды может выходить за 6 центов, в итоге она может стоить $2, потому что каждый из следующих этапов добавляет определенные наценки на рекламы, на транспортировки, на зарплаты работникам, на различные бытовые расходы, на содержание каких-то складов, на доходы свои собственные. Вот так выглядит линейная система продаж. И есть сетевая модель продаж, когда от производителя компания не работает через оптовые склады, через мелкий опт и так далее. Вот компания Arix как раз работает по модели сетевой продажи. То есть производитель, есть представители компании и есть конечный потребитель. Все. При этом все заботы по сертификации, по маркетинговым материалам, по транспортировке, доставке, по зарплате работникам, службам поддержки, какие-то бытовые расходы, доставки, упаковки, все эти расходы компания-производитель, то есть Arix, она взяла на себя. И единственное, что осталось сделать, это выстраивать товаропроводящую сеть. Вот здесь все очень просто. Какие для нас с вами есть варианты сотрудничества? Как здесь можно зарабатывать? Можно заниматься продвижением продукции, либо можно заниматься продвижением франшизы, продвижением бизнеса. Вот на сегодняшний момент актуально и то направление. Вообще на сегодняшний момент актуальны в мире самые актуальные два вопроса. Это какие? Как вы думаете, это какие? Это сохранить и улучшить свое здоровье в условиях общей мировой, так сказать, пандемии. И второе – это найти дополнительный источник дохода. Вот оба эти вопроса у вас, как у представителя, есть возможность помочь людям в решении этих вопросов. Осталось только выбрать, какое направление вам ближе. Можно выбрать как отдельный продукт и заниматься его продвижением. Можно выбрать как направление, например, направление укрепления иммунитета, например, направление
коррекции веса. Например, направление очистки воды с вот такими замечательными портативными фильтрами для очистки воды, либо для поддержания красоты и молодости. Также можно заниматься продвижением именно бизнеса. То есть у вас, как у представителя компании, может быть ваш собственный интернет-магазин, и вы можете другим людям помочь также в открытии интернет-магазинов и еще и на этом зарабатывать. Кстати, давайте я вам покажу, какие деньги здесь уже зарабатывают люди. Обратите, пожалуйста, внимание на нижнюю строчку, на среднюю колонку. В средней колонке вы видите месячные доходы. И в самой нижней строчке вы видите 280. Это $280 доходы людей. И в среднем для того, чтобы выйти на этот доход, по официальной статистике компании, людям понадобилось около 2,5 месяца. Давайте поднимемся выше. Посмотрим на цифру 1100, то есть $1000 в месяц. В среднем, чтобы выйти на этот доход, людям понадобилось около 4 месяцев. Если у вас амбиции побольше и вам нужны большие деньги, то давайте посмотрим выше и видим, что для того, чтобы выйти на доход около $6000, людям понадобилось около 8 месяцев, ну, допустим, до года, да? И так дальше. Вы можете посмотреть выше по табличке, нажать сейчас на паузу и посмотреть. Это официальная статистика, которая представлена на официальном сайте компании Arix. То есть, если вы нацелены на миллион, то здесь вы видите, что для того, чтобы начать зарабатывать $1 000 000 в год, людям понадобилось около 3,5 лет. Если вас такие цифры вдохновляют, знайте, что сейчас вы знаете, где и как это можно сделать. Итак, есть возможность продвижения либо продукции, либо продвижения бизнеса. То есть предоставляя людям возможность зарабатывать вместе с компанией Arix. Давайте сначала рассмотрим стратегию продвижения продукции. То есть вы, как представитель, получаете 30% скидку, и вы можете зарабатывать 30% от розницы. Человек у вас приобретает продукт по розничной цене, вы, соответственно, зарабатываете вот эту разницу. Например, человек приобрел продукцию за $113, ваш чек составил $34. Также вы получаете от 15 до 30% с первых покупок клиентов, которые закрепляются в вашу дистрибьюторскую сеть. Тогда вы получаете от 15 до 30% от баллового эквивалента. Как это выглядит? Вот в примере вы видите, что, допустим, человек приобрел набор продукции и закрепился в вашу дистрибьюторскую сеть. Он приобрел набор за $1400. Это огромный набор продукции, который он приобрел для себя выгодно. Ему его надолго хватит, и вы получаете 30% от баллового эквивалента, то есть от 1000 PV, от 1000 баллов. Вы зарабатываете $300. Так как человек этот закрепился в вашей дистрибьюторской сети, то от всех его дальнейших покупок вы будете зарабатывать. Это огромная разница от того, когда люди работают торговыми представителями. Когда ты совершил продажу один раз, он за тобой не закреплен, то, соответственно, зарабатывают там уже совсем другие люди. Отличие сетевого продвижения продукции – то, что клиенты закрепляются. То, что вы можете развиваться через интернет в разных странах, люди приобретают продукт. Сейчас огромный спрос. Эти все продажи идут уже через вашу дистрибьюторскую сеть. То есть здесь пример, например, человек в вашей сети приобрел продукцию на $100, это около 70 PV, и вы заработали $5. А представьте, у вас может быть десятки таких клиентов, сотни клиентов, тысячи клиентов со временем, через годы, и это вот здесь и формируется пассивный доход. Если вам интересно именно таким образом развиваться с продвижением продукта, напишите, пожалуйста, в комментариях слово «продукт». А мы сейчас давайте посмотрим, как можно зарабатывать на продвижение франшизы бизнеса. То есть, когда вы представляете людям возможность заработка. Вы получаете от 15 до 30% от стартовой покупки. То есть, человек принимает решение, так же, как и вы, стать представителем. Он приобретает для себя, например, набор продукции за $700. В балловом эквиваленте это 500 баллов. И вы получаете 20% от баллового эквивалента, то есть $125. Когда этот человек в вашей организации, в его интернет-магазине, он зарабатывает $1000, то ваш чек составляет $150, то есть 15% от дохода людей, которые по вашей рекомендации запустили бизнес с Arix.
И следующая возможность – это получать процент от оборота магазинов в вашей сети. Вот здесь кроются очень большие деньги, потому что эта сеть может разрастаться уже без вашего участия. И, например, когда в вашей организации оборот магазина составил 17 500 долларов, это 13 334 доллара, ваш чек составляет 1000 долларов. И еще что хочу отметить, что вы можете получать долю от мирового оборота, то есть 1 или 2% доля от 1 или 2% мирового оборота. Представьте, компания сейчас очень активно развивается, очень стремительно развивается. В компанию вливаются новые компании, идет расширение рынков, расширение ассортимента продукции. И если в вашей организации есть всего 2 представителя, которые так же, как и вы, развивают бизнес, и их оборот составляет 13 334 доллара, то вы получаете долю в мировом обороте. По деньгам это получается около 460 долларов на базовом этапе, то есть когда у вас такой недельный оборот проходит 13 334 и 13 334 в двух магазинах, то дополнительно в эту неделю вы получаете около 460 долларов. Эта цифра, конечно, плавает в зависимости от мирового оборота. Если вам ближе вот такой подход, если вы хотите зарабатывать не только на продвижении продукции, а и помочь другим людям обучиться так же, как и вы, и начать зарабатывать вместе с вами, напишите, пожалуйста, в комментариях, интересен бизнес. И сейчас я вам покажу один из примеров получения пассивного дохода. В компании есть вот такой замечательный фильтр. Это переносная система фильтрации, безопасная бутылка из пластика Тритан. Это фильтр, который очищает от всевозможных видов загрязнителей. Это действительно уникальная разработка. И вот этот сменный фильтр, его хватает на около 400 литров. Соответственно, когда человек в вашей организации единожды приобрел вот такой фильтр, то через несколько месяцев, 3-4 месяца, в зависимости от того, как активно он пьет воду, у него возникнет естественная необходимость поменять вот этот фильтр. И представьте, что с каждой вот этой смены фильтра вы зарабатываете 2,5 доллара. И это не обязательно клиенты лично ваши. Это могут быть клиенты магазинов, которые вы подключили. Это могут быть сотни людей, это тысячи людей. Представьте, что в вашей организации миллион человек. Это можно сделать. Как вы думаете, можно сделать за 1, 2, 3, 5 лет дистрибьюторскую сеть людей, которые пьют воду, чистую воду? И представьте, миллион человек по 2,5 доллара за каждую смену фильтра. Ваш доход составляет 2,5 миллиона долларов. Где еще, на какой работе вы можете найти такую возможность? То есть это те цифры, которые реально достижимы в партнерстве с компанией Arix. Теперь давайте посмотрим, разложим еще подробнее, что же нужно делать для того, чтобы зарабатывать. Все очень просто. Часто люди, когда видят эту простую схему, говорят: ну это же так просто. Да, это так просто. И на самом деле все гениально просто. Люди привыкли усложнять и искать какие-то сложные пути. Хотя при этом для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, не обязательно идти каким-то сложным путем. Что нужно делать для того, чтобы зарабатывать? Как я уже говорила, компания предоставляет маркетинговые материалы. Причем это не печатная продукция и раздача каталогов, то, что у большинства людей вызывает вот такое вот отторжение. У меня когда-то тоже было представление, что сетевой бизнес — это мне нужно ходить, раздавать каталоги, я не хочу, я не люблю продавать. Если вы сейчас думаете, что это так, что вам здесь это нужно делать, если нравится — делайте, если не нравится — вам не нужно это делать. Все, что нужно делать, это делиться информацией, делиться видео в социальных сетях. Сейчас мир новых технологий, сейчас социальные сети, сейчас различные приложения, мессенджеры, рекламы, объявления, то есть масса источников, где можно заниматься продвижением той информации, которой вы владеете. После того, когда человек посмотрел видео и у него возникают вопросы, он попадает на консультацию. Когда вы уже прошли обучение, консультацию сможете проводить самостоятельно. Вначале вам помогает ваш персональный также консультант. Если вы получили это видео от меня, то значит, возможно, мы с вами заключим сотрудничество, и помогать вам буду я. После того, когда человек проходит консультацию, он получает ответы на свои вопросы,
он через интернет оплачивает нужную ему услугу, либо продукт, он становится представителем, либо он приобретает продукт и попадает в систему обучения, поддержки, если он хочет быть представителем. Если продукция, он также получает информационную поддержку, и компания ему отправляет продукт на дом. Вы, в свою очередь, как представитель, получаете деньги в ваш электронный кабинет и дальше выводите на вашу банковскую карту. И следующий этап после обучения – это работа с трафиком. Лично я разработала обучение, в котором делюсь своим опытом, своими наработками по привлечению трафика с 14 различных рынков. Я думаю, вы сами сейчас видите, насколько эта схема проста. И теперь давайте посмотрим на статистику. Какой объем действий нужно сделать для того, чтобы начать зарабатывать первые сотни и тысячи долларов? Если вы, к примеру, готовы работать 5 дней в неделю, и уделять этому 2-3 несколько часов, то за это время вы осуществляете 5 показов, то есть 5 людям показываете информацию о бизнесе. Повторяете это 4 недели, и в сумме у вас получается 100 показов за месяц. Средняя конверсия бизнеса от 3 до 10%. Бывает, конечно, больше. Если у человека абсолютно нет навыков и не особо владеет компьютером, бывает и меньше. Ну вот средняя конверсия такая. И внизу вы видите пример дохода, когда люди по вашей рекомендации также начинают сотрудничать с компанией Arix. Минимальная сумма, которую вы получаете, это $40 с одной регистрации, а 3% это мы умножаем на 3, соответственно $120 при 3% конверсии. Либо $300, если человек приобрел себе максимальный набор продукции на 1000 PV, на 1000 баллов. Тогда ваш доход даже при 3% конверсии составил $900. И если конверсия 10%, она может варьироваться, и по моим наблюдениям она улучшается. То есть может сначала быть маленькая, а со временем увеличиваться. И в таком случае тогда вы получаете уже не $40, а $400. И если люди регистрируются на максимальные, то есть это самые оптимальные стартовые пакеты, то вы зарабатываете $3000 за вот такой небольшой объем работы. То есть здесь вы видите, что в зависимости от приложенных усилий увеличивается и результат. Теперь давайте посмотрим, что же поможет вам в достижении результата. В первую очередь это готовая интернет-система, которая работает из любой точки планеты. Где бы вы ни находились, в деревне, в мегаполисе, в маленьком городе, в любой стране, лишь бы у вас был доступ к интернету, вы можете делать этот бизнес, вы можете развивать этот бизнес. Компания наладила логистику уже в 35 стран, и количество этих стран сейчас расширяется, потому что в компанию вливаются целые огромные компании. Вы получаете персонализированные одностраничные сайты, которые помогают вам в развитии бизнеса через интернет. Вы получаете полную аналитику вашего бизнеса, полную бухгалтерию, учет вашего бизнеса в вашем персональном интернет-офисе. Вы попадаете в систему обучения и поддержки с лидерами компании, с руководством компании. То есть вы попадаете в такое информационное поле, где, знаете, есть такая история, был такой успешный человек Анасис. И когда-то к нему подошел журналист и задал ему вопрос: «Анасис, вот вы сейчас такой богатый, а если бы у вас не было денег, что бы вы сейчас сделали?» Что он сказал? «Я бы, говорит, пошел в порт, заработал, устроился бы на работу грузчиком, заработал себе на костюм и пошел бы в этом костюме туда, где говорят о деньгах». Потому что то окружение, в котором мы находимся, оно влияет на нашу реальность, оно влияет на наше... на уровень наших доходов. Если вы возьмете 10 человек, с которыми вы больше всего общаетесь, уровень их дохода, возьмите, проведите такой эксперимент. Сколько денег они зарабатывают? Кто-то больше, кто-то меньше. Вот возьмите, сложите общую сумму, разделите на 10, и вы увидите средний ваш доход. Соответственно, когда вы попадаете в окружение людей, которые зарабатывают тысячи долларов, десятки тысяч долларов, вы пропитываетесь этой атмосферой. Это вы проникаетесь, вы узнаете, что они делают, вы начинаете это применять, и ваш уровень дохода также растет.
Вы получаете эксклюзивное обучение, о котором я говорила, по работе на 14 рынках для привлечения трафика в вашу организацию. Вы получаете систему поддержки, вы получаете индивидуальное сопровождение от того человека, который дал вам это видео. И, конечно же, вы получаете пошаговую систему действий, что делать, с чего начать, как продолжать, как работать через интернет. То есть эта стратегия именно под вас. И если у вас сейчас есть уже внутри принятое решение, что вы в любом случае сейчас нуждаетесь в новом источнике дохода, вы готовы действовать в этом направлении, не откладывайте, не ждите идеальных условий, которые не наступают никогда. Потому что именно сейчас компания Arix начинает активно развиваться на рынке СНГ и Европы. Вы находитесь в начале мощного бизнеса и в вашем городе, в вашем регионе, и даже на пределах целой страны. Вы получаете лучшее место в команде. Вы можете сейчас принять участие в промоушене и поехать в путешествие за счет компании. И также, конечно, вы принимаете участие в бонусной программе в дополнение ко всем доходам, которые вы получаете. Вы будете получать еще и бонусы, которые сможете обменивать на ценные подарки, на различную технику, на ювелирные украшения и так далее. Итак, с чего же нужно начать? В первую очередь вам нужно определиться с продуктом, которым вы лично хотите пользоваться. То есть какой продукт в компании интересен именно вам. Знаете, когда я выбирала для себя компанию Arix как стратегического партнера, я обратила внимание, что в компании Arix продукт не дешевый. И я задала себе вопрос, и рекомендую вам сейчас на него также ответить. Вы хотите, чтобы ваша семья пользовалась продукцией высшего качества или подешевле? Мой ответ был премиум. И я поняла, что я хочу зарабатывать больше, чтобы не думать о деньгах и чтобы позволить себе и своим близким пользоваться именно лучшей продукцией. Поэтому вначале вам нужно определиться, какой продукцией компании Arix вы хотели бы пользоваться и какую попробовать в первую очередь. После этого вам нужно определиться со стартовым пакетом. В зависимости от того, сколько денег вы хотите зарабатывать за развитие сети. То есть, если вы хотите зарабатывать 15, 20, 25, 30%, под каждый этот процент есть определенный стартовый набор, и вы можете определиться, с какого стартового пакета вы будете стартовать. После этого вы проходите регистрацию как представитель, вы оплачиваете ваш стартовый пакет. После этого вас подключают к обучающим чатам, вы проходите стартовое обучение и начинаете действовать по готовой пошаговой системе. Наверняка у вас сейчас возник вопрос, где посмотреть, какие есть стартовые пакеты. Вот сейчас на слайде я вам показываю варианты стартовых пакетов. Обратите, пожалуйста, внимание на строчку, в которой написаны проценты 15, 20, 25 и 30%. И это тот доход, который вы можете получать за развитие партнерской сети. С каждой регистрацией нового представителя вы получаете именно этот процент. И если вы подниметесь по этой колонке, которая вас заинтересовала, вы увидите стоимость стартового пакета. То есть это 290, 700, 1400 долларов. Это плавающая цифра, но фиксировано это именно балловый эквивалент. 100, 200, 500, 1000 PV. И в эту стоимость входит целый набор продукции, которой вы пользуетесь, наслаждаетесь, получаете свои результаты и, конечно же, сможете делиться, либо поделиться с кем-то из своих близких, знакомых, чтобы они также вместе с вами попробовали продукт компании Arix. Вот сейчас вы узнали информацию о том, как кардинально можно изменить жизнь в лучшую сторону в партнерстве, в сотрудничестве с компанией Arix. Здесь вы можете получить неограниченный источник дохода, вы можете попасть в окружение успешных людей, вы можете получить свободу времени, вы можете сами распоряжаться своим временем, сколько работать, соответственно, определять, сколько вы будете зарабатывать. Вы получаете свободу путешествий, вы можете выгодно начать путешествовать. То есть действительно здесь можно изменить свою жизнь и достичь финансовой свободы. Единственный вопрос к вам: вы к этому готовы? Если да, срочно обратитесь к человеку, который передал вам это видео. Если остались вопросы, смело их задавайте. И я искренне буду рада видеть вас в числе успешных участников компании Arix. Если это видео было вам полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Если знаете, что вашим друзьям потенциально оно может быть также интересно, поделитесь этим видео у вас на страничке. А я в любом случае желаю вам успехов и процветания. С вами на связи была Ольга Барабанова. До встречи в следующем полезном видео. Пока!